Тем временем в Кокшетау открылась первая школа маркетинга. Данный проект инициирован Палатой предпринимателей Акмолинской области. Школа направлена на повышение квалификации бизнесменов и специалистов сферы торговли. Сейчас на рынке Казахстана очень много импортных товаров, поэтому для отечественных товаропроизводителей важно знать, как продвигать свою продукцию. Здесь специалисты разных сфер будут делиться инструментами, позволяющими увеличить продажи в кризис и вывести бизнес на новый уровень. Предполагается, что школа маркетинга будет мобильной, эксперты и лекторы планируют выезжать в районы области. Мы работаем с очень большим количеством предпринимателей и отметили для себя тенденцию, что предприятиям нужен маркетинг, то есть больше узнаваемости, брендирования и так далее. И решили запустить такой интересный проект. Специалистов, возможно, достаточно, но сегодня время не стоит на месте. Постоянно развивается, развивается рынок, развивается конкуренция, и поэтому нужно быть в тренде.